Так, предлагаю всем сторонникам идеи, что Украину создал Ленин, прочитать об Украине в статье Лондонской газеты 1737 года, то есть выпущенную за 150 лет до рождения Ленина. Она в свободном доступе. Это статья. Я открою Firefox, потому как PDF-файл там лучше открывается. Сразу можно, не надо будет скачивать файл. Так. Выбираем. О, газета Лондон. Видно, да? Газета Лондон. Вот у нас появляется 1665 года выпуска. Первый выпуск этой газеты. Очень старое, уважаемое издание. Старейшее в Британии. Нажимаем поиск. Открываются опции. Листаем. Газеты. Издание. Номер издания, issue number, набираем 76 из 43 и Enter. Что у нас получается? Выпадает The London Gazette, выпуск 76-43, страница первая. На первой же странице, в первом же абзаце, читаем. It's now felt that the operation of this campaign are ended. It been reported that Field Marshal Lacy is marching with his army to Bakhmut in Ukraine. Да, всем видно. Украин, Бахмут, который недавно стерли с лица земли российские войска. Это издание, видите, да? 8 октября 1737 года. Ленин еще не в курсе был, что через 150, он 1870 года рождения, что он через 150 лет родится, ему еще придется создавать Украину, события, в которой описывается в этой статье старейшей британской газеты. Удачи. Показывайте, тыкайте носом в эту статью всех, кто создает. То есть, перевод же, да, это, может, английского же, наверное, россияне не знают. Теперь достоверно известно, что операции этой кампании завершились, и было доложено, что маршал Лейси марширует, да что ж ты будешь, марширует со своей армией в Бахмут, на Украине, в Бахмут в Украине, to Bakhmut in the Ukraine. И граф Миних уже вернулся назад со своей кавалерией и тяжелой артиллерии. Он скоро вернется в Украину со своей пехотой, инфантри. Ну, такие пироги, ребята.